Здравствуйте, меня зовут Сергей Городничий, мне 26 лет. Служу в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Из последних ролей Меркуцева в спектакле «Ромео и Джульетта», «Соленые» в «Трех сестрах» и «Коллега с острова Инишмаан», там я играю роль Бартля. В кино последние роли — это «Гроза», роль Бориса, режиссера Григорий Константинопольский, и снялся у Надежды Михалковой в хорроре «Проигранное место», роль Артем. Из навыков коньки, тэквондо 7 лет занимался, умею играть на гитаре, права категории «Б». Также есть навыки вождения мотоцикла. Рост 177.